Хотелось бы это понять, да это сделать не нужно. Что центр города, к сожалению, сместился. Я думал, что на вокзале. Нет, Ленинский район, конечно, хорош, да? Но центр города сместился. И к слову о том, что, наверное, центр города начинается у нас от Завинягина, а следующая у нас улица Труда, а чуть-чуть дальше у нас 50 лет Магнитки. Так вот, здесь сейчас и есть центр города. Обратите внимание, сколько людей за моей спиной ездит. Неоднократно про это буду говорить. И буду говорить про то, что, ну, поменялся, наверное, центр города. А как еще по-другому? Сегодня и сейчас... Здравствуйте. Вот. Как я люблю полицейских. Потому что сам думал, что стану полицейским. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что находится за моей спиной. 50 лет Магнитки, 33А. Что здесь находится? Ну, пункт номер один, во-первых, это качественное и очень хорошее здание. Пункт номер два, в этом здании вы можете себе взять место для аренды. То бишь, мы сейчас говорим о месте, которое находится очень рядышком с Карла Маркса. И, в принципе, достаточно недалеко до Советской. То есть, в принципе, это и есть тот самый центр города. Вы себе можете здесь взять отличное место по весьма недорогой цене. Давайте определимся с арендой. Для кого она дорога, а для кого и не очень. Мало того, я сам арендовал помещение еще до операции. Кстати, было неплохо. Но затем арендаторам захотелось большего. Ну, я и съехал. Кстати, так часто получается, когда аренда давит. Так вот, для этого сюжета я специально поговорил с арендниками. Ну, те, кто сидит в аренде. Вы знаете, и посмотрев, то никто никуда не убегает. Не нужно им это. Вопрос, почему? 6 рядов движений в обеих направлениях. Это почти проспект, с которого выезд из города. То есть ясно где. Честно, нигде в городе я такого не видел. Нигде. То есть, по-моему, это и есть городское сердце. По крайней мере, по генплану так оно есть. Я люблю Ленинский район, он спокоен. Но здесь вся жизнь, вся городская. Ну и население тоже. Большая часть это Орджоникидзевский район. И самое главное, что я лично знаком с владельцем. Можно было бы, конечно, просто оставлять пустующие помещения. Но зачем, когда все решается просто? И вы должны понимать, есть несколько человек, реально показывающих, как четко и грамотно они ремонтируют. Их, по сути, немного. Я бы вам рекомендовал жить в идеально скроенном здании. При этом у этого здания есть несколько выходов. Для тех, кто понимает необходимость работать не с раннего утра и до поздней ночи. Теперь дальше и калькулятор. Можно будет купить ипотеку, но сумма будет в раз так 4 или 5 больше аренды. Мысль правильная, плюс первоначальный взнос. Смысл сейчас в другом. Честно, россияне по сути отличаются большей изобретательностью, чем остальные. Проблема в нашей жизни. Она реально сложная и без изобретательности невозможная. Так что новое дело это легко. Мало того, что сейчас я к этому пришел. Еще в 1992 году. 30 лет назад дело-то было. Думайте, реализуйте и делайте в отличном для вас арендном месте. И вот, конечно, мы о чем говорим? О том, что здесь вы можете купить замечательную сантехнику по отличной цене. Я имею в виду, цена может быть немножко другая, потому что вы же понимаете, что везде что-то прыгает вверх. Я бы, конечно, хотел бы сказать одному человеку насчет нашей инфляции. Ну да ладно, не в том суть событий. Мы сегодня о других вещах будем говорить. К сожалению, ценники нашей заработной платы еще вверх не настолько сильно прыгают. И вы должны понимать, что при вашем планировании семейного бюджета надо все-таки определяться с ценой вопроса. Поэтому для того, чтобы поменять трубы, поменять батареи, поменять внутреннюю проводку, я имею в виду трубопроводную и все остальные вещи, в том числе вы можете здесь купить еще кое-что интересное, я бы крайне вам рекомендовал приехать на улицу 50 лет Магнитки 33А. Для того, чтобы зайти сюда и посмотреть. А может быть другого варианта и не существует. Для того, чтобы вы себе смогли сделать качественный ремонт,
вариант изумительный. Использовать магазин сантехнику, который располагается здесь. Про специалиста я вам говорил. Но вы же не думаете, что все в аренду. А нет, свое и только свое. И, к слову, это крупнейший представитель в Урало-Сибирском регионе. А у самого крупного лучшие цены для всех. Всех, всех, всех. И при ремонте, и при изготовлении своего дома я бы вам крайне сильно рекомендовал заехать и приобрести все сразу в одном месте. Реально сэкономить от 30 тысяч рублей и выше. Мысль интересная? Думайте. Возвращаясь к нашим вещам. Вау! Первый раз увидел. Ну, красиво. Да-да-да-да-да-да. С чем мы сталкиваемся дома? Естественно, с водопроводной водой. Водопроводная вода у нас бывает еще и теплая, и холодная. И где все это дело смешивается? Естественно, в смесителях. Красотища. Красотища. Причем я не вижу каких-то таких космических ценников. То есть, в принципе, можно за 1200 рублей взять на кухоньку. Такая неплохая штучка реально. Вот. Ну, кстати, это может быть даже в ванную комнату, потому что на кухню это вот там. А чтобы вы посмотрели, прямо перед вами стоят вообще изумительные штуки. На кухне что вам необходимо? Для того, чтобы вы могли приподнять или опустить сам смеситель. А он опускается, поверьте мне. Да-да-да-да-да-да-да. Особенно это интересно, когда у вас стандартный кран, который не поднимается, не опускается. Вот вы начинаете плюхаться. А здесь нет. Вот те штучки возьмите, просто изумительно. Это просто, поверьте мне. Все остальное тоже. То бишь, когда мы говорим о смесителях, какая здесь цена? Абсолютно нормальная и ровная. Но давайте все-таки определимся, где мы находимся. Есть такая штука под названием склад. Так вот, склад этой продукции находится за моей спиной. Я вам ничего не буду показывать, но все это есть в наличии. Все, все, все. Куда бегать? Никуда бегать не надо. Жесть. Да, жесть. Ремонт всегда был жестким. Но для ремонта мы вам показываем место с изумительными и вразумительными ценами. Дешевле которых, ну попробуйте поискать. Я думаю, что вы их не найдете. Во-первых, ради интереса вы сможете все это дело посмотреть в YouTube. Естественно, я для YouTube все это и делаю, потому что в YouTube проще гораздо. То есть мы можем материал сделать не стандартный 8 минут, а можно и 20 минут, можно и больше сделать материал. Все зависит от того человека, кто вам и заплатит денежки. Во-вторых, раз мы говорим про YouTube, а почему нет? То есть рано или поздно, ну не так быстро, естественно, и умные люди посмотрят и поймут. А самые умные посмотрят и поймут, и несколько раз это дело прокрутят. А почему? Потому что есть такая штука внизу, понимаете, роличек, вы можете его поставить здесь, перед. Клевая штука. Но не все готовы этим пользоваться, к сожалению. Но для тех, кто понимает, о чем идет речь, мы показываем то, что здесь есть в наличии. А в наличии здесь есть, ну, во-первых, Хейнскрафт. Отличный, качественный материал. Это для тех, кто хочет показать и сделать дома изумительные вещи. Это реально можно здесь сделать. Опять же говорим, здесь есть склад. И там этого материала очень-очень много. Это не просто склад, а просто громадный. То есть весь первый этаж, в смысле весь цокольный этаж, это весь склад. Представляете, сколько здесь материала? Все-все-все есть. Поэтому я не думаю, что вам куда-то необходимо бегать. Лучше, конечно, приехать сюда. Ну да ладно. Это мы показали про Хейнскрафт. Во, отличный материал. Я не думаю, что когда-то он у вас развалится, потому что, ну, да, есть люди, есть умельцы. К слову о том, что мы будем говорить, что это отличная вещь, правильная вещь. И, кстати, не сильно дорогая вещь, если также посмотреть и подумать своими мозгами. В принципе, вы же сейчас именно думаете своими мозгами. Логично же? Правильное решение. Теперь другой вариант. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что есть золотые, в смысле, туалеты из унитаза. В смысле, туалеты из золотых унитазных вещей. Представляете, золотой унитаз. Стоит он космос. У одного товарища был. Да. Но вряд ли вы будете таким же товарищем, если честно. Поэтому, в принципе, то, что доктор прописал... Да. И, кстати... В большинстве случаев, да как бы мы будем говорить, что россияне далеко не плохие. Далеко они не плохие, да. Есть те вещи, которые вы можете здесь купить. И они стоят недорого.
И тема другая. К сожалению, тема была и у меня, естественно, когда у меня блызнулся водонагреватель. Мне пришлось свой водонагреватель, поменяв тены. А это тоже возникают проблемки некоторые. Да. Отдать другому человеку, а себе взять другой водонагреватель. Кто бы знал. Ах, в принципе, по-моему, я его здесь-то и купил. Потому что цена вопроса. Лучше брать у крупного поставщика. А там, где мы находимся, мы говорим, что это один из лучших, крупнейших поставщиков Южного Урала. Я не буду вас вразумлять. Вы и сами разумными являетесь. Наш разум сочетается в главном. Поверьте, нам главное предоставить и горожанам, и предприятиям, обслуживающим ваш дом, лучшие цены для постоянного ухода как за горячей, так и за холодной водой. Сделать отопление лучшим и максимально качественным. Идеальный вариант или установка новой канализации. И смесители, и котлы. И вы не забывайте, что это крупнейшая Урало-Сибирская компания. С лучшей, поверьте, с лучшей для вас ценой. Ну, кстати, интересно, да? К сожалению, у нас сейчас коронавирус. И поэтому все должны быть в масках. Почему? Я эту маску не надел, ну, потому что здесь народа нет. Мы специально сделали в тот момент, когда здесь людей не появляется. Для чего? Для того, чтобы полностью вам показать, что здесь есть. А что находится за моей спиной? О, вот там находится тот самый склад. Да. Склад очень реально большой. То есть, если вы закроете глаза и захотите что-то сделать для своего дома, сада, дачи, загородного участка, да и всего остального, с точки зрения воды здесь есть абсолютно, просто есть все, от и до, все. Не знаете? Я бы вам советовал приехать и посмотреть. Мы говорим про ценники. Но давайте все-таки определимся. У каждого из вас есть дивный вопросик такой. Как бы сделать много и не задорого? О, хорошая тема. Реально хорошая, грамотная тема. Я бы вам рекомендовал не ездить везде и всюду, а заехать в одно место, вот сюда, да. 50 лет Магнитки, 33А. Просто посмотрев, внимательно, взвесив, купив, подумав, обмозговав, сходив в другое место, подумав там, вернувшись сюда, и все-таки вы бы купили бы все это здесь и реально сэкономили. По одной простой причине. Здесь нет аренды. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же это так? А вот так, господа мои. Наконец-таки вы столкнулись с тем человеком, который вам в действительности говорит, что здесь нет аренды. Потому что все, что здесь есть, это слово без аренды. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому кто-то может, ну, на одну позицию опуститься, но не на все. Не на все. Потому что везде есть аренда. Аренда — это очень серьезная штука. И платите вы, господа мои. Вы платите арендатор. Вы покупаете товар в сумму товара, включенная аренда. Может быть, смысла нету? Может быть, есть смысл купить на том самом замечательном складе? Ну, склад, торговый представитель. Да все здесь есть, реально все. Так, кроме всего прочего, здесь можно еще и сварочным комплектом навестись. То бишь, покупаете здесь идеальный вариант. Можете это сделать сами. Для того, чтобы это сделать самим, посмотрите мои сюжеты. Посмотрите внимательно. Я уже практически все объяснил. Я вам реально показываю, что в интернете, на моей страничке, вы можете посмотреть многое. И сделать все своими руками. Но если нет, тогда, в принципе, заехав сюда, попросив специалистов. А здесь вот такие лучшие специалисты, они вам все это сделают. Полностью. И вы будете довольно быстро получать удовольствие от горячей и холодной воды, которая полностью у вас будет работать, потому что делают они это хорошо и качественно. Это очень крутые специалисты, уж поверьте мне.